Как граждане исполняют предписания ношения масок и социальной дистанции, мы решили выяснить, посетив центральный рынок Элисты. Нарушителей, игнорировавших масочный режим, выявили как среди продавцов, так и среди покупателей. А ведь рынок – это торговая площадка, поэтому на него распространяются те же меры и ограничения, что и на другие объекты торговли. Предприниматели, которые ведут здесь свою деятельность, всецело ответственны за соблюдение мер безопасности, как для своих работников, так и для покупателей. Увидев нашу съемочную группу, продавцы в спешке надевали защитные средства. Кроме того, мало кто из них знает, что их могут привлечь к ответственности по статье за несоблюдение правил в период режима повышенной готовности. А среди горожан нашлись такие покупатели, которым пришлось объяснять, зачем нужна маска. Скажите, почему не соблюдаете масочный режим? Без комментариев. Почему вы обслуживаете без маски? У нас нет масок. Ну подождите, вы подошли резко так, я сейчас одену.